Так, ну что, датчиками я все закончил. Начинаю разборку автомобиля под сварку. Все, конечно, тут интересное попадается. Мало того, что тут лифтеры делали машину, тут еще и строители-монтажники приложили свою руку. Запинили дверь. То ли антишумка, то ли что. Вот. Тут, видимо, все выгнило. Вот она, пена. Вот. Ну, в общем, чудеса. Ну, такое, конечно, встречалось в основном на порогах. Когда пороги задувают пеной, подрезают антигравий, все, типа, порог есть. Тут тоже вот я двери карты снимаю, тут вот эта вот антишумка, она прикручена. То есть не то, что она приклеена, она еще и прикручена на шурупы. Я вообще такого действительно первый раз вижу. Ну ладно, сейчас я доразбираю двери и сниму ковры. В принципе, под коврами тут уже вон видно, что все прогнило. Ну ладно, разбираю дальше. Так, ну что, снял я левую дверь заднюю. Вот она. Буду ее варить. А прежде чем снимать как бы на лицевую шкурку, надо сделать вот эту полочку. Вот. То есть здесь срезать вот эту всю фигню ржавую. Вот до сих пор, вот где она косынка, вот. Она тут целая, да, получается, с нескольких частей сделана. Вот, то есть вот до сих пор. Удалить ее. Вот. И вот так где-то. И все так же такого же размера сделать вот по эту уже грань. Чтобы потом не ошибиться, когда уже наружную сторону делать. Вот, она была также правильная по той простой причине, чтобы потом совпадала вот в этом, в этой части. Вот, поэтому это уже завтра. Сегодня уже поздно. Сейчас пока вот эту вот всю строительную хрень уберу, где тут нафигачили тут пены полным-полно. Ну вот, ну и буду отрезать. Так, ну что, вот матрицу я сделал с бумаги. Вот так сначала будет вырезаться, а здесь будет дотачиваться отдельная косынка. Потому как, во-первых, ставить буду толстый металл 1,2 толщиной. Вот сюда, вот он, я уже его сделал. Просто я, ну, не смогу идеально согнуть ровно. То есть, ну, не настолько у меня мощные колени, чтоб я на колени вот это вот еще сделал. Это будет отдельная косынка вот сюда вот. Вот сюда вот она будет проходить. Поэтому. И вот здесь кусочек. Вот тут заворачивается кусок. Поэтому все, сейчас отрежу и приварю. Так, ну что, вот я металл этот подогнал вот сюда. Для чего я говорил, чтобы вот эта шкурка еще оставалась. Пусть она гнилая, там плохая, неважно. Вот, именно для того, чтобы вот этот элемент внутренний, который вот нижнюю полочку, правильно поставить. Иначе, если его не будет, как тут ловить в пространстве место, вот как его правильно, выше, ниже. Потом просто, если он будет выпирать сюда наружу, то шкурка завернется и дверь не состыкуется как бы с плоскостью порога, с линиями порога. Вот. Поэтому вот так вот она будет делаться. Вот сейчас я ее прихватываю. Я так подробно остановлюсь на первой двери, вот на этой, потому что следующей двери, естественно, я вот это вот одно и то же каждый раз снимать не буду. Возможно, как бы заднюю, ну, багажную дверь еще покажу. Вот. А эти, они все одинаковые. Ну, за исключением здесь выборка под заднее колесо. Передние двери, они просто прямые. Но принцип действия, как бы принцип ремонта данных дверей, они будут одинаковые. Так, ну что, вот так вот прихватился элемент пока на несколько точек. Вот. Вваривать пока не надо торопиться по той простой причине, что надо доточить, ну как бы доделать остальное. Вот. Когда полностью здесь, с этой, с внутренней стороны, все наберется, весь металл, вот, где подрежется, где там подогнется, вот, и тогда уже можно уже обварить вот это все, как бы,
до конца. Так, ну что, вот уже я эту косынку сделал целиковую. Нужно ее делать, конечно, не плоской, а сейчас я ее достану. Вот, а вот как бы вот с таким вот изгибом. Вот, это для того, что сделано, чтобы между шкуркой, вот я международной панелью, и вот здесь не было малого расстояния. Понятно, да? Чтобы здесь как бы и воздух проходил, и если вода попадала, она просто высыхала и стекала. Ну, понятно, что будет обработан этот металл, вот, еще внутри антикором, вот. Но все равно вплотную здесь нежелательно делать, потому как пропадает из-за того, что малое расстояние между наружной панелью и внутренней вот этой вот, вот как здесь вот, ну, малое расстояние, здесь пара порядка, ну, 2 миллиметров, наверное, вот. Поэтому чем больше расстояние здесь будет, вот, тем, естественно, металл дольше будет стоять. Вот, влага не будет задерживаться и, естественно, никакой прелости не будет. Вот. А так как машина еще черного цвета бывает, да любая машина любого цвета на солнце нагревается, начинается испарение, вот, и там как бы про такой эффект бани, поэтому и пропадает. Очень быстро вспревает металл. Вот, так, ну ладно, буду делать дальше. Так, ну что, вот нижняя полочка, будем так говорить, набрана, прихвачена слегка так пока. Вот, сейчас переворачиваю дверь и отрезаю половину шкурки и одеваю как бы ее на обратно на проем. Посмотреть, потому что вот здесь вот ничего не было, все вывалилось, вот тут такие толстые коржи шпаклевки. Поэтому вот это вот... вот эта вот линия арочная, ее надо вымерить правильно, чтобы потом правильно повернуть, чтобы зазор везде был одинаков и не плавал. Чтобы отрезать ровно верхнюю вот эту вот панель, вот это буду когда убирать, просто наклеиваю скотч и по линии скотча болгарочкой отрезается очень ровно. Так, шкурку я уже отрезал. Вот. И чтобы ее как бы нормально снять, нужно вот эту грань вот так просто сточить. Вот видно, что вот оно уже прошло, как бы. Заворотная кромка. Вот, отделить ее нужно от этой верхней плоскости. И тогда она нормально снимется. Сейчас попробуем. Это я снять. Тут ничего не держит шпакля. Ну да, все, она убирается, потому что поворотные кромки там внутри они приварены, ну вот, и чтобы не деформировать край, сейчас она немножко туда-сюда качну. Упс. Все это в сторонку. Так, ну что, в принципе, все нормально, это живое достаточно. Почистить, обезжирить. Тут всего что. А, нет. Тут мощная такая шина. Я там специально дырки просверлил на той стороне. Также приварю. Вот они, видно их. И притяну и приварю их потом. Ну все. Обработать надо это все, оставить пока сделать накладку эту большую, лишнее пообрезать вот здесь, где оно не нужно, вот где-то вот подгрунтовать надо, здесь это загрунтованные у меня детали, которые я делал, так что, а, ну и вот это вот тут надо просто вот где ролик этот, тросик идет, вот. Можно его тоже обрезать и приварить к задней планке, то есть к нижней вот этой панели. Должно пройти
Вот почему я говорил, что когда делается сначала нижняя панелька, вот, и она просто прихватывается вот здесь, вот на нескольких точках, вот, пока не снимется вот верхняя шкурка. Потому что вот видно, снаружи, как бы, с той стороны не видно, что это прогнило здорово. А здесь вот можно увидеть, что здесь все вот вывалилось. Вот, поэтому нужно это удалить, вот часть вот. Металл, ну вот буквально здесь вот, и вот здесь вот все вырезать, ставить новый. Вот, ну ничего, это ничего страшного нет. В принципе, вся дверь она нормально живая, только чуть припала ржавчиной, но преобразователь это все как бы вытянет, вот, обработается, и все будет нормально. Так, ну, весь металл, который был тут плохой, я убрал, набрал новый, новая полочка, вот эта косынка новая, здесь пришлось переделать усилитель, потому что он заходит здорово, как бы, на вот эту плоскость и очень близко к верхней панели, от чего и пропадает здесь все время, вот. А вот здесь как вот углублена, вот здесь сделано правильно, здесь же просто накладка была, и она вплотную прижималась к панели. Поэтому я отрезал и сделал вровень вот тут вот. Вот, поэтому все подходит, вот, видно, что по арке все нормально, вот. Все достаточно ровно. Ну, в принципе, внутренняя часть, это не столь важно. Даже если где-то будет меньше металла, где-то больше, все равно самое главное, это поворотная кромка верхней накладки. Вот. И чтобы она попала вот сюда, в зазор. Вот. Она, естественно, должна быть как бы меньше, вот, чтобы при завороте металла можно было уже регулировать как бы... Ну, как бы методом сплющивания металла, вот, либо в одну сторону, либо в другую, регулировать зазор. Вот, поэтому все, сейчас я сделаю из бумаги матрицу такую, вот, и потом ее перенесу на металл, и уже из металла вырежу эту накладку. Так, вот из бумаги я вырезал. Значит, вырезается точно по металлу, чтобы она не ошибиться, без припуска на поворотную кромку. Это уже когда она перенесется на металл, обрисуется. Вот. Вот только тогда там на металле нужно делать припуск. Не забыть. Вот. Потому что если сделать с припуском, можно сделать просто криво. Вот. А так, когда это все ровно, обрисовывается, потом дорисовывается, грубо говоря, припуск на поворотную кромку, вот, и тогда уже, когда первоначально сделано, я использую два маркера, красный и синий, вот, то есть синий это загиб, красный это отрез, вот, поэтому, ну, сейчас я как бы на металл буду переносить, я покажу, а то, может, не совсем понятно объясняю. Ну, вот, я как бы обрисовал. Вот я имел в виду, это по листу, а это уже красная поворотная кромка будет, поэтому по красной сейчас надо болгаркой отрезать, резать надо болгарочкой, вот, чтобы вот эта панелька оставалась ровной, не ножницами, ничего, потому что она будет кривая, и вышпаклевать его потом это будет просто реально геморрой. Вот. Та сторона внутренняя будет у меня уже загрунтованная, поэтому она будет становиться вовнутрь. Ну все, сейчас отрежу. Так, вот еще один момент по поводу как бы верхней шкурки. На кромке стыка, вот, надо приварить такую вот тоже ровную пластинку. Вот. Для того, чтобы когда стыковать металл с металлом, сейчас я заправлю вот так вот. Вот.
Вот, вот так стыкуется металл. Заводится, то есть внутренняя кромка получается заводится под панель, здесь получается встык. Вот. И все, металл толстый, подложил я 1,2 мм, вот. Поэтому, когда начну я приваривать и буду прижимать верхний металл, ну, который родной дверной, к той планочке, вот, у него не будут обгорать края. Вот, и он будет привариться. И будет подложка, во-первых, и жесткость дает, вот. Потом, когда это все будет обтачивано, обтачиваться, вот, сварка, естественно, и чтобы сильно тоненько не было, чтобы в это место слабое не было, поэтому вот так вот делаю. Вот. Ну и все. Да, еще такой момент. Здесь вот видно, допустим, как где нужно заворачивать кромку по плоскости, вот по вот этой. Вот то же самое вот и здесь. Вот. Совпадает. Но вот здесь вот, вот внизу, можно пропустить и сделать либо дверь короче, вот, либо длиннее наоборот. Поэтому дверь изначально замеряется. Вот, прежде чем она, ни одной рукой неудобно, поэтому прыгает как бы фотоаппарат. Вот. То есть вот так рулеткой по верхней стойке прямо-прямо замеряется. Вот. Она должна быть 7,2. Поэтому чуть надо мне как бы сдвинуть, когда я буду приваривать. Вот. Потому что я, прежде чем приварить на 90 градусов, согну кромочки эти и потом уже приваривать буду непосредственно к двери. Вот. Поэтому дверь, она вся, размер у нее 107,2. Чтобы не сделать ни длиннее, ни короче ее. Вот. Вот, мерится. Вот, 107,2. Здесь немножко больше. Ну, здесь и зазор больше. Поэтому здесь я подтягиваю ее. Здесь немножко выпускаю. Вот. Так как у нас подложено там, как бы металл подложенный, вот ничего страшного, зазор тут можно как бы регулировать. Ну все, буду загибать. Так, ну что, вот и готово, в принципе, это все. Вот она, шкурка, повернула я кромки ей. Вот. А здесь я все замовилил. Пока доступное место, везде все промазать надо, чтобы сохранить металл. Естественно, дырочки я потом для слива просверлю. Вот, ну все, одеваю шкурку. Ну вот так заворачиваются кромочки. Готово. Шкурка приварена. Вот осталось зачистить сварку. Вот. Шов должен быть сплошной. Не прихватками. Вот. С пропусками. По той простой причине, что когда дверь закрывается и ну, хлопает дверь, грубо говоря, то есть по металлу идет колебательные волны. Вот. И на отсутствие сварки вот на стыках вот здесь они будут по-разному играть вот так вот, вот и где-то ну там 3 пройдет года, там 5 лет пройдет, но в итоге полоска проявится, вот начнет там естественно ржаветь, вот полоска проявится и ну в общем это ни к чему, будем так говорить. Кромочки поворотные я завернул уже, вот прежде чем заворачивать их я промазал вот тоже грунтом, поэтому сейчас попробую я ее повернуть, то не видать. Вот, поэтому вот здесь надо зачистить и шовный герметик
и потом загрунтовать и покрасить можно. Вот здесь все уже тоже заделано. Ну, это тоже осталось зачистить. Но я сначала прикину дверь, как она стоит. Достаточно все равно здесь полосой шпаклеваться вот это место, и оно потихонечку выгладится. Так вся она очень ровная. Даже когда я заворачивал здесь кромочки, вот, все они достаточно, ну, толщина металла позволит здесь просто шкурой снять там микроны металла, чтобы просто не шпаклевать это. Вот. Ну, все, сейчас померю я по двери и обточу сварку. Так, ну что, вот дверь я поставил. В принципе, все нормально. Тут понятно, что пороги выгнили. Я уже буду тут подгонять под эту дверь зазоры. Здесь не померишь, потому как, ну, дверь, она, во-первых, кривая. Ее тут уже делали, тут шпаклевали. Ну, вот, поэтому так по кромке она ровная. Это вот эта дверь кузом получается. Ну ничего, я буду... А, ну она еще немножко... Я ее неправильно... Ну я просто прикрутил это. Ну все, она не имеет, как, конечно, никаких хлопушек, потому что металл, когда он здесь вверху приваривается, а потом кромки заворачиваются, он натягивается. Вот, и... Ну просто очень плотный он. Вот, и еще, конечно, будет внутрь... Под вот этот вот усилитель, вот, я герметик шовный, точнее не шовный, а да, шовный герметик полиуретановый надую туда подушечками такими, вот, и все, и он будет как бы нормально. Поэтому все осталось загрунтовать, здесь есть зачистил уже, осталось загрунтовать. Ну, в принципе, дверь готова. 2 дня у меня ушло на нее. Поэтому буду делать остальные. Уже снимать остальные не буду, потому что съемка занимает очень много времени. Уже когда все сделаю, вот тогда уже сниму. Ну ладно, все. Так, снял правую заднюю дверь. Вот хотел поближе показать весь этот ужас с пеной. Вес она имеет, эта дверь. С ума сойти. Я вообще никогда не понимал таких людей, кто вот так вот делает, так вот очки втирает. Не пойму, для зачем это надо. Потом, чтобы проклятие им прилетали. Я думаю, не только проклятие прилетит, но и аукнется когда-нибудь такие вещи. К примеру, придет человек к стоматологу, задует он ему зубы пеной, сверху подшпаклюет и до свидания. Ну вот это примерно то же самое. Ну, осталось мне вот это, ну, эта дверь и еще багажная. Сейчас я весь этот ужас тут вырежу вместе с металлом. Ну вот, вторая шкура и готова. Обута, приварена без лишнего перегрева. Металл остался ровный, поэтому зачистится и шпаклевочки тут совсем мизер пойдет. Так, вот еще момент. Хочу заснять по петлям. Вот они болтаются, то есть, соответственно, дверь скачет. Чтобы это
исправить. Вот он, этот шток. Вот видно, что вот у него ступенька такая. Наел. Наело. Вот. Я беру обычный клапан. В принципе, на все машины на наши подходят. Вот клапан. Правда, у меня тут кирно. Ну ничего. И вот он подходит практически идеально. Но вот эта прорезь, когда я доставал, в принципе, ее все равно прорезать надо. Он чуть-чуть люфтит. Чуть-чуть прибить ее надо. Вот, прибить, и тогда он будет очень плотно. И все, и клапан будет стоять очень долго. Вот, немножко его все-таки подхватывает. Вот это, что одной рукой. Вот, поэтому клапана ставлю, и все, и петли ходят очень долго. Потому что вот эти вот, я не знаю, шплинты, что они там, вот они вытерты ступенькой, поэтому здорово люфтит и дверь прыгает. Поэтому ставлю клапана, и все, эта проблема решена. Ну все, 10 минут и петля готова. Все, клапан я одел. Вот сделал на штоке прорезь такую для колечка. Можно колечко одеть. Ну, чтобы он вдруг, когда уже выработается, он там года пройдет, чтобы он просто не выпадал. А так все, он очень плотно. Ну, он разработается, конечно. Поэтому. Поэтому все нормально. Самое главное, чтобы он вот здесь вот скользил, а шток был зажат вот в этих ушках. Потому что тут тело слабенькое, вот всего сантиметрик, а здесь тело большое. Поэтому если он будет, ну, оно и видно, что в принципе шток стоит на месте, не проворачивается. Ходит. Вот, поэтому все, дверь уже не будет скакать. Сейчас сделаю вторую. Не прошло и недели, как готовы двери. Все четыре двери я сварил. Достаточно ровно. Плотный металл. Слышно даже по звуку этот поглушу, потому что потолще. Вот, натянулись они нормально. Вот косынки. Достаточно ровно. Уж поклевать все равно придется вот вверху, где шов, шов. Вот. Внутри я уже тоже тут обработал. И грунтом, и шовным герметиком. Вот он уже подсох, в принципе. Потом это краской черной просто задую. Вот, и все. Все нормально. Все достаточно ровно и подходит. Ну, зазоры, конечно, не как у Bentley. Но нормальные. Нивовские зазоры. Вот, все в порядке. Поэтому осталось загрунтовать. Завтра, наверное, загрунтую. Вот, и пусть он недельку посохнет. Вот, у него полимеризация пройдет, легкие фракции испарятся. И потом можно будет грунт, это шпаклевать спокойненько. Кислотником буду это грунтовать. Что даже если где-то там какие-то крошечные ржавки остались, кислотник их просто заблокирует. Вот. Ну, в общем, все в порядке. Двери готовы. Переходим к порогам и полам.